Сейчас еще раз вам покажу видео про пресс 46. Сейчас прикрою. Так, сейчас я поеду огород догребать и вам покажу. Так, вот у нас 46 пресс. У нас и сетка, и шпагат. Мне писали велгер в комментариях, велгер лучше 46-го, он также аналог сделан, такой же вальцовый, все. Но я считаю, что нет. На велгере единственное отличие вот этого бункера, это то, что здесь у него стоят замки. То есть он закрывается как бы, как типа на 46-х есть замки закрытия бункера. Почему? Потому что, почему я считаю это недостатком? Потому что нерадивые такие трактористы или по незнанию, то есть, ну, разные случаи было. Где-то что-то зумер профукал, и вот, то есть мы догоняем до красного, и у нас на красном начинает срабатывать зуммер, и мы выкидываем рулон. Ну, я всегда еду и гидравликой прижимаю, то есть бункер прижимаю, и как бы плотнее, из-за этого как бы зуммер, из-за этого рулон, ну, я считаю, что он становится плотнее. В общем, накатали, зуммер сработал, выгрузили, поехали. А при защелках механических бункера, даже если попался у нас большой пук, он как бы зуммер может сработать, то есть и произвольно потом маленько прокрутить, и давление упадет, и мы дальше до плотного, более плотного рулона доматываем. Если мы по какой-то причине не услышим зуммер, или давление у него зашкалит, то эти защелки будут давить на вальцы. И вальцы, возможно, погнутся. Вот к чему весь этот разговор. Сейчас покажу. Вот, то есть включается у нас... Ну, я уже показывал, то есть верхний правый валец. Это включение, выключение обмотчика нитки и сетки. То есть вал штопорится, включается нитка, а произвольно вал выключаем, он выключает редуктор обмотки нитки и крутит вальцы обмотки сетки. А с другой стороны шестеренка стоит. Шестеренку тоже включаем, выключается положение. Сейчас я ее покажу. Да, и на кнопку мы жмем, то есть зуммер у нас работал, нажали на кнопку до тех пор, пока у нас не захватило сетку в рулон. Как только сетку захватило в рулон, я отпускаю кнопку, и у меня сетка дальше сама протягивается рулоном, то есть в бункере. И тянется до тех пор, пока нож не падает и не обрезает ее. Значит, вот. Вот верхние вот эти две шестерни. Они штопорятся, то есть вот в зацеп маленько идет. Это сейчас включен. Вот эту большую мы вытаскиваем, переворачиваем, она без зацепа будет. То есть это выключается. Механизм обмотки сеткой. Взводится и регулируется количество оборотов сетки. Это ремнями там ставится наименьше, если вам самым минимум надо по... Сейчас покажу, есть у кого, может, ни у кого не сохранился, то есть как выставить, по каким ручьям шкивов минимальное количество сделать обмотки ниткой. Вот здесь у нас он. Вот так он нарисован. У кого нету, смотрите. То есть вот здесь нарисованы шкивы, верхние, нижние, средние, и количество обмотки ниткой. То есть 14 оборотов нитки, 19, 17, 22. То есть смотрим, как выставляем минимально. У нас выставлено 2,5 оборота. Вот как
Ремень еще заправить, у кого нету, смотрите. Счетчик, но счетчик есть, и надо залить еще масло. Но мне на сегодня его масла хватит, заливаю простое масло. Дизельное любое, погуще главное. Значит, механизм взвода у нас сетки. Покажу. Вот он. Вот этот вот типа амортизатора, он от поднятия крышки взводится и перекидывает вот этот флажок. Вот этот флажок. Он, когда обматывается, он поднимается и сощелкивает с этого ролика вниз. И ударяет у нас вот этот нож. Вот он. Он сейчас взведенный. То есть там сетка подходит, и он его бьет. То есть вот связь. Ножик взводится, взводится, а потом падает. Падает, обрезая сетку. Вот этот нижний ролик, там, сейчас покажу, есть несколько положений его. Вот видно, не видно будет, вон там. У нас стоит на, там 4 отверстия под типа мебельного болта. То, вот у нас сейчас он стоит на третьем, то есть сверху на один опущенный. Вот он, вот так. И также он асимметричен, то есть не отцентрован, как бы, как натяжитель, допустим, ролик натяжения в автомобилях он. И его еще крутишь, то есть можно еще выше поднять, можно ниже сделать. То есть вот так вот все это регулирует количество оборотов сетки на рулоне. Как посчитать? То есть обмотали рулон, выкинули, и прям подходим и смотрим сбоку, сколько. Но я сейчас, наверное, покажу на примере. То есть сбоку начинаем считать 1, 2, 3, и ищем край. То есть если край полностью доходит, 4, допустим, то у вас там 3 оборота. Если 3 и край вы видите, значит 2,5 оборота. То есть вот так примерно я считаю, работаю с данным агрегатом. Нравится, у меня он маленько хитрый. Сейчас открою камеру, покажу, там вальцы у меня маленько такие сделаны, да. Вот этот натяжитель я переделал. То есть простая шпилька, две гайки, петля и пружина. Раньше здесь он такой стоял коротенький. Иногда, когда целая бобина, он не давал. Вот сейчас она у нас открыта, не прижата. Когда она доходит, то есть разматывается и остается меньше половины, она как бы начинает гулять, и сетка начинает слабо быть замотанная на рулонах. Из-за этого могут быть такие типа рыхлых рулонов. И вот этой планкой прижимаешь его, тогда сетка идет под натяжением, то есть плотно, и плотно обматывается об рулон. Так что как бы вот так. Сейчас поем в поле, там еще кое-что добавлю. Ну вот, я выгрузил. Сейчас пойдем по схеме, вам покажу. Бим весь уже искупался, бля. Грязный, не лезет ко мне. Вот так это выглядит. Ну вот, я говорил вам про вальцы. Вот валец у меня такой. Это я не наваривал. И еще на каждом планке наварены. Через один, по-моему, здесь 3 или 4 есть. Вот такой рулон получился у нас. И вот так вот здесь можно посчитать количество по краю обмотанных, количество обмотки сеткой рулона слоев. Так, ну, в принципе, я сейчас домотаю и поеду финаж мотать. Финаж, я думаю, вам уже не интересен. Я его снимал много, показывал много, так что не буду снимать, наверное, буду работать.
Да, пишите в комментариях, спрашивайте, как, чего и что. Все, что знаю, помогу, расскажу, скажу. Так что всем пока. Лайки, дизлайки, подписки, все. Все, что на YouTube делается, делайте. Все, пока.